Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автоугонщиков. Сообщение о том, что неизвестные завладели чужим автомобилем возле 21-го дома на улице 8 марта, поступило в дежурную часть около 8 часов вечера. Правда, поездка злоумышленников оказалась недолгой. Похищенную «Ладу Приору» правоохранители обнаружили спустя 10 минут возле 17-го дома на все той же улице 8 марта. В салоне транспортного средства находилось двое мужчин 97-93 годов рождения. В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов было установлено, что автомобилем «Лада Приора» управляя мужчина 97 года рождения, у которого присутствовали явные признаки опьянения. Проведенным освидетельствованием факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был установлен. Кроме этого, при проверке данного водителя было установлено, что мужчина, не имея права управления транспортным средством, и находится в розыске за ранее совершенное преступление. Горе-угонщиков задержали и доставили в отдел полиции. Им предстоит ответить за нарушение административного законодательства.